пожалуйста, на карте. Отыщите порт Владивосток, там вас полюбит их за кормою. Море отправляются сюда, тихо там восходит над водою. Тихо океанская звезда, тихо там восходит над водою. Тихо океанская звезда, вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас их посередине поверней. Пыхал другие звезды спрячьте, чтобы вам сияло иногда. Тихо восходящая над мачтой, тихо океанская звезда, тихо восходящая над мачтой, тихо океанская звезда. На перрон Приморского вокзала мы придем, когда наступит срок. Поезда сюда лишь на запад, пароходы только на восток. В жизни может многое случиться, но теперь во все мои года тихо будет надо мной светиться тихо океанская звезда. Тихо будет надо мной светиться тихо океанская звезда. Это одно из самых последних выступлений Виктора Семеновича Берковского на вечере памяти Юрия Висбора. Но вы видите, сколько энергии в этом человеке. И вот тут говорят, что не надо вспоминать об энергии. Надо вспоминать. Я приглашаю на сцену сокурсника, друга детства, друга по жизни, по всей Виктора Берковского, Анатолия Ефимовича Шелеста. Можно подсветить, Анатолий Ефимович, он красивый. Когда Дмитрий Степанович предложил мне выступить на сегодняшнем вечере, он еще не закончил свое предложение, как я сказал, да-да-да. Дело в том, что 59 лет жизни мы прошли вместе. И это большой отрезок жизни, наполненный разными событиями, как всегда в жизни. И когда я думал на сегодняшнем выступлении, я пришел к такой же мысли, что и Дмитрий Антонович Сухарев, что если предаться воспоминаниям, то через некоторое время раздадутся, когда я буду вдыхать, раздадутся аплодисменты. Но это с намеком. Поэтому я поступил проще. Я обратился к нашим друзьям, чтобы они сказали, видите, а я вам сейчас прочитаю. Это письмо я получил от Мориса Синельникова. Я хочу подчеркнуть, пишет он, более дружественно, это больше, чем дружелюбие человека, то есть человека, склонного к сближению, с интересующими его людьми и совершающие это сближение легко, естественно, весело и заинтересованно, я не встречал. Витя приучил всех нас, его многочисленных друзей, устраивать праздники в дни рождения и в другие праздники с обязательным сочинением целого спектакля и песен на тему новорожденных или хозяина, на самые неожиданные темы. Сам он детство обычно не сочинял,
но так заводил других, увлекал смешными идеями, что сама подготовка праздника всегда превращалась в необыкновенно интересный и веселый праздник. Всегда было ощущение, что Виктор Берковский трехжильный. Он одновременно читал и готовил лекции, вел практические занятия со студентами, руководил аспирантами, занимался научной работой, писал статьи в научные журналы, учебники, а кроме того, сочинял песни, репетировал, выступал, председательствовал на фестивалях, ездил с концертами по всему миру, записывал диски, выпустил книги, песен, да еще и встречи и общения с огромным количеством людей. Это только выдержка из письма. А второе письмо поступило от Александра Лядова. У Александра Лядова свой стиль. Когда Виктору Семеновичу исполнилось 70 лет, он написал стихи, посвященные этому событию. И даже прочитал, когда Виктор Семенович со своими коллегами был в Америке. Потом эти стихи прозвучали с этой сцены на встрече наших однокурсников уже без Берковского. Я знаю, что они последний раз звучали 1 мая этого года в Миннеаполисе на концерте ансамбля «Песни нашего века». И всякий раз он менял смысловое значение. Эти стихи он написал так, в памяти Берковского к 80-летию. «Дорога открыта, то было давно. Лихие копыта, другое кино. Мы в вузе московском учились не зря. Берковский, Берковский, ты юность моя. Дипломы в кармане, прокатная клеть. Не это призвание. Ты рвешься запеть гренаду чертовски гитарой звеня. Берковский, Берковский, ты зрелость моя. Немало прожито, у жизни свой код. Ничто не забыто, и песня живет. Был стержень бойцовский, мы помним тебя. Берковский, Берковский, ты гордость моя». А себя я хочу добавить, что природа дала ценный, очень ценный подарок, я думаю, Виктору Берковскому. Она дала ему молодую душу. И вот эта душа отразилась в его творчестве. И, конечно, мы будем помнить его всегда. И будем рады новым встречам с его песнями. Сегодняшний вечер завершает год Берковского в Мессис. Это большая честь для человека. Я, собственно, за все эти годы после окончания института впервые встречаюсь вот с таким всеобщим уважением, высокой оценкой вклада в учебный процесс, воспитание молодежи, наконец, творчество песенное, в практике института Сталина. Спасибо. Я вам желаю всего доброго. Огромное спасибо. Если долго говорить, представляя следующего нашего участника концерта, то это означало бы в буквальном смысле отнимать у него хлеб. Александр Кирсаянов, он сам вам расскажет все, что нужно. Алексею Семеновичу столько в действительности хочется сказать, но лекция будет потом. Я вспоминаю Игрушинский фестиваль 78-го, по-моему, лет 7-го года, когда мы возвращались в автобусе, полный автобус едет уже на станцию. И в автобусе раза три, если не четыре, пели вот эту песню, которую я хочу спеть. То есть это редчайший вообще случай в нашей практике, чтобы песня, да, вот однажды спетая, тут же становилась
тут же становилась народной. И у Вити, прошу прощения, у Виктора Семеновича таких песен, вы же понимаете, сколько, да? Причем вот это обманки, такое ощущение, что они были всегда. Ну, известная там Ольга, да, по поводу гренады, когда там генерал подходил, говорит, да-да, мы ее в гражданскую пели, я помню, да? Это все известные вещи. И самое интересное, когда эту песню пел в кругу своих, ну, семейным, скажем там, кругу, а я вышел из офицерского такого пространства, там военный городок был на Таганке, и там и все друзья отца были военные. И когда я спел эту песню, я говорю, слушай, что это такое знакомое, что-то, по-моему, у нас такое там пелось. Я говорю, братцы, эта песня написана, вот тихий что буквально, там, год-два назад. Но вот этот эффект песен Горковского, то, что они были всегда, это действительно, вот Анатолий Ефимович сказал, что это счастье, что у нас есть такая фигура, что у нас есть такой человек. Это Семен Горковский, есть его песня. Потому что это национальное самосознание. Хотим мы того или не хотим, это так. А песня на стихи Палачева Чакужавы. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие котыка. Пуговицы пробита нищая дюка, маркеткою моя убита. Пуговицы пробита нищая дюка, маркеткою моя убита. Нас осталось мало, мы для нашего. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Живы мы покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела в роте. Для чего мы пишем кровью на песке наши письма не нужны природе? Для чего мы пишем кровью на песке наши письма не нужны природе? Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все вернется вновь. Все должно в природе возродиться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. Пулями пробита нищая котелка, маркетанкою убита. Пулями пробита нищая котелка, маркетанкою убита. Александр Мирзоянов. Я приглашаю на сцену Галину Хомченко. И все, кто это у вас рассказывает. Да, ну, я не знаю, надо ли говорить какие-то слова, потому что уже столько слов сказали сегодня. Есть замечательные ведущие, которые все говорят про Виктора Семеновича. Но я могу только сказать спасибо судьбе за то, что
есть у меня такой один из, как я их называю, крестных отцов в хорошем смысле этого слова, который вывел меня в люди в свое время, когда я только начинала петь бардовскую песню. Нашелся человек, который подошел ко мне и сказал: «Галька, вообще, что ты поешь? Надо петь хорошие песни, песни Берковского». Вот я очень благодарна за это. Сегодняшнего вечера я еще одну песню Берковского вот с Диминой подачи освоила. Поэтому вы меня простите, я еще не очень в ней уверена, поэтому я все-таки с бумажкой. Нет, я вот так, и у меня же без рук, это дальнозор есть. Но она как бы в тему, она посвящена Булату Акуджаеву. Да, она посвящена Булату Акуджаеву. Стихи Евгения Евтушенко. По стихам Евгения Евтушенко. Простая песенка Булата всегда со мной, она в чем не виновата. Перед страной нас эта песенка будила, открыв глаза, она по пробке ходила, и даже за где в плешевых комиссары нет ничего, что для нас подкорится мы под сечиной. Поставлю старинку и запись и ощущу надежду юношеским зависть, и загрущу надежд обманутых обломки в сосуд. Грязь пересыхается в лёг, как с прошлой связь. Всё изменилось, жизнь и люди, любимый взгляд и лишь воспомина и люди. Простая песенка Булата всегда со мной, она ни в чем не виновата. Перед страной она звучит из дальней дали, сквозь все пласты, и ты пойми, как мы страдали. Робот рождественский, Марк Шагал. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а мы не извидимся, пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не извидимся, долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекости дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нет ни камня, ни лазурного берега, ни нынешней славы.
тень. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его, пропыленный жаркий, приколот к земле, к ночёю пожарной. Там свадьбы смерти, моленья и ярмарки, там средосонно крупные яблоки и сонный извозчик по площади катит. Так вы не зайдете. Авторский дуэт, чьи композиторские достижения Виктор Семенович считал равными своим. Понимаете, это большой и редкий случай. Вадим и Валерий Мещуки на сцене. Вы знаете, Виктор Семенович, мы были свидетелями и участниками того, вот Лида сказала вначале, когда она пела, значит, то, что знаменитая его фраза «Не пойте ерунду, пойте мои песни». Нет, она сказала по-другому, там фраза была повторена, да, очень лучше. Да. Еще не лучше, пойте, да, всякую фигню, пойте хорошие песни. Мои. Но я еще раз говорю, мы были и свидетелями, и участниками того, как он ревностно относился к каждому слову, к каждой интонации песен, которые мы записывали вместе, и автором которых он не являлся. Поэтому к этой фразе в том числе надо относиться с иронией, так же, как и он с иронией относился к ней. Вот, мы хотим рассмотреть песни на стихи Юрия Левитанского. Вы, Виктор Семенович, много песен на стихи Юрия Левитанского. Да. Песни хотим поздравить вас с наступающим, если, конечно, все будет нормально, 21 декабря 2013 года. И вы знаете, вот был даже момент, мне какое-то время назад, Виктор Семенович, мы просили его, уже принял участие в записи на нашей пластинке этой песни. Вы даже можете догадаться, какие слова он имел, какие слова он выбрал сам, чтобы петь сегодня эту песню. Жизнь, говорю я, жизнь.
перед восходом. Лес опустел, морозы на вокруг ясно. Здравствуй, мой друг, воробушек, с Новым годом. Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг, воробушек, с Новым годом. Холодно, братец, а все равно прекрасно. Друзей-соратников. Сергей Хутос, контрабас. Которая предполагала не просто пение под гитару, которая предполагала очень большой звук, хоры, оркестры,
Она имеет такой гигантский потенциал, что работают с ней очень любят профессиональные музыканты. Ее любят не только петь хор у костров и в застолье, но и с больших сцен. Виктор Семенович Берковский был первым, кто привел в бардовскую песню, например, такой инструмент, как... Я прошу прощения, я, видимо, заговорила, Виктор Семенович, поправьте меня, если я что-то... У нас тут есть специальная такая бумажка, на ней все написано. Как это все обидно? Есть темы, которые мы не беремся за них, потому что в них очень ясно звучит голос самого мастера. Сейчас мы предлагаем ему посмотреть, как он обращается к Маргарите. Песня, которая сейчас прозвучит, это песня на стихи Дмитрия Сухарева, это соло для контрабаса. Thank you.
землянику, пахло хвой, плыли мне по лицу и по плечам. Целовали по ночам на колёсах сеновали где-то около стропил. Просыпались рано-рано, рядом ласточки снова, беглый ливень с туман, крышу ветхую пробил, крышу ветхую пробил, когда цветы цвели, сладко зонтики гудели, целовались, не глядели. Это что там за шуми, так внимались на водой и лежали близко-близко, а по небу низко-низко самолет молодой. Всех хочу пригласить завтра на уникальное мероприятие, на встречу с поэтом Сухарем. Мы целый вечер будем слушать его стихи и петь его песни. В шале, кто не знает, это метро Нагорный. Завтра вечером, в 7 вечера. Дорогие друзья, мы продолжаем эту музыкальную джазовую тему. Я хочу пригласить на сцену уникальных джазовых музыкантов, коллектив солистов, каждый из которых уникален, каждый из которых единица в джазовом мире. Итак, песни Виктора Семеновича Берковского сейчас исполнят. Николай Масальский, вокал. Александр Родовский, гитара. Дмитрий Толбегов, тромбон. Александр Ботвинкин, кахон. Встречайте. Затихло, улеглось и обрело свой вид.
два сыграли Баха, как главы не было надежд на чёрный белый цвет. К чему вино, кино, жено, что там по страха и вам ботинки, первый сон, которыми снов сумел, не все ли равно, какой земли касаются подушки, но все ли равно, какой улов из вод несет рыба, не все ли равно, вернешься цел или пойду по дёжке, и руку кто подаст, и тебе товарищ или враг. Наверное, именно затем, про собаку Тяпу. Угу.
под самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок, он скажет псу: привет, дружок, из волны дворник, дети Кости, алкоголь. У дяди Кости левых нет дохода, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал. А здесь был Пинчер, я тут ночи задавал. Мы дружимся с ленявым Адмиралом. Он милый остается добрым матом. А Пинчера гоняли и гоняем за то, что мы канали них меняем. Увы, бывают времена, когда крикливый дурна во двор выходит, злая дворничиха к вам. Она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дело не до папы бестолково, но в ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. О, Боже мой, постыд-то стариком идти домой, покинув двор, где ты как вор, и правит злоба. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику. И оба два сидим и радуемся, оба. Старик себе заварит черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировой. А то себе без всяких философий заварится на лапы головою. А то себе без всяких философий заварится на лапы головой. Пригласить вас на концерт Дмитрия Сухарева, который состоится буквально завтра в бар-клубе «Шале». Не знаю, как вы, а я приду обязательно. Дорогие друзья, к нашему джазовому десанту присоединяется выдающийся автор-исполнитель, блюзмен, который никогда не чистит ботинки, по его собственному утверждению, Андрей Козловский. Дороги обещания есть, зато я иду.
но хуже без дорог. Путь до точки, сигареты, стоп, сигнал, начал. Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть. Не веря разлукам, старина, и труд, лишь сон. Ей-богу, придут другие времена. Есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, и труд, и сон. Ей-богу, можно на мониторчик? Давайте попробуем без счета.
Нам осталось забыть на миг минут, как душно
еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы. Мы довольно поздно начали рекламу этого вечера, и, может быть, зал
не висят на люстрах, это немножко обидно, но мы постараемся... Но это успокаивает Дмитрия Хорвата. Были бы люстры. Но мы в следующий раз исправимся и ударим с новой силой. Я попрошу, если возможно, мою гитару сюда погромче делать, потому что я вообще... Вы там, ручки, потому что я спросил, что вы следите за мной. Но не до такой степени. Спасибо. Персидский базар. Сцена из мюзикла, которую написали Виктор Горковский и Сергей Никитин, по либретто Вениамина Смехова, «Али-Баба» и 40 песен персидского базара. Персия, 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 Персия. Ну что с тобой, счастливый?
пришлось домой меня. Но с каждым днем все больше, все злее его люблю. И своей любови потом себе леплю. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и бачка сигарет. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Это Виктор Петровский, родной институт. Я приглашаю на сцену всех участников вечера, чтобы мы эту традицию завершили совместным пением песни, посвященной этому. Не забудьте тромбон заплатить обязательно. Спасибо. Хотя бы трубку от тромбона. Здесь косынку в другую я прищурившись искал.
столицы мы моря, но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают, где горят. Там ты мне чьи-то судит, как от пирса дошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть нам встретятся другие, лишь попутные ветра. Пусть нам встретятся другие, лишь попутные ветра.